Так, давай, включайся. И всем привет, это Сигарда. И сегодня у меня получилось подзаработать Майнкрафт. Вот я настройки. Там вообще пароли какие бешеные вообще. Но я хотел поиграть в Майнкрафт, вот. Ребят, это у меня на ноутбуке не работало. За что у меня Honor 500K. Вот, извините. Вот я всю месяц или неделю не выпускал видео. У меня ноутбук не работал. Ну и вообще, да. Да. Ну просто на ноутбуке не работал, на телефоне работало. Вот. Вот, я. Вот, смотрите видео на телефоне в Майнкрафте. Вот на телефоне. А ноутбуки у меня не ноутбуки не работало. У меня Майнкрафт вылетел. Он больше у меня 2 месяца не включалось. Привет, жители! О, привет, игрок! Я Даник Плей. О, мы на тебя подписаны! Он, ну ладно. Кобес ребята не подписаны на меня. Ну ладно, надо дом искать себе. Ну не, лучше кузницу пойду. Да, ноутбуки в Майнкрафте бы еще было легко. А тут уже на телефоне уже не так просто. Эх, как там маньяк проживает, ну ладно. Ой, мне есть кирка. Так. Так, надо вот так. Так. Все. Господи, испугался. Так. Не трогай мои вещи. Да я не трогаю. Я новый игрок. А, если новый игрок, то ладно. Давай, бери мои вещи. Ладно. Так, я забираю. Так, все, мы забрали. Так, ладно, надо овцу найти, чтобы кровать создать вообще. Так, ладно, сейчас мы пойдем. Так, о, вот овца первую. Да, на ноутбуке в Майнкрафте вообще было легко. Да. Так, где-то еще была овца, когда я хотел ролик запустить. Так, ну где-то он тут был. Тут овца. Так, ого. Так, ну ладно. Так, я уже буду сейчас выживать. Да ё-хвоё. Ж я расмухлевался так. Так, где-то тут овца было. Так. Так, смотрю. Ну, нету никого. Так. А, вот там я видел, когда я переключил камеру. Вот там было. Да, давно я Майнкрафт не выпускал. Да, только поезда снимал. Капец. Оп, не. А, не понял. А где? А, вот он. Они тут были, они убежали. Прям вот. Прям вот туда убежали. Ой, хитрые овцы вообще. Так, на. Так, на. Капец. Не надо 3. Так. Ребят, вот. У нас скоро 7 дней каникулы. То... Вот я на каникулах 7 дней поеду в аквапарк. То посмотрите этот ролик. Мы в среду поедем. То есть я поеду. Так, ну ладно. Капец. Как я давно Майнкрафт не выпускал? Да, только я на ноутбуке снимал видео. Ребят, вот, смотрите. Вот, это я не просто... Вот, это я на ноутбуке вот не буду выпускать видео. А на телефоне буду выпускать видео. Да. Как что у меня получилось? Поднастроить. Так, ну ладно, пойдемте. Капец. 21 октября. Капец, ребята, я уже в октябре еще снимаю видео, ничего так. Так, ну ладно. Надо еще дерево добыть. Блин, а как я это буду вообще? Я не понял вообще. Так, ну ладно. Надо добыть, конечно. Капец. Капец, вообще это... Я уже давно в Майнкрафт не играл. Только в марте, феврале. Или вообще в апреле. Капец. Так. Блин.
Так, надо... И верстак, и палки. Так, ну вроде все, пошлите. В дом мой. Капец, блин. Вот это я нашел деревья. Кстати, а как эта деревня называется, житель? Мешай! Да как эта деревня называется? Поселок Октябрьский. Ну еще какие-то. Ну какой еще? Еще поселок. Поселок Нёйс. Ой, нет, я забыл. Так. Так. Поселок Лопань. Ого. А у вас поезда тут ходят? Ну, в принципе, того. Ничего себе. Капец. Так. Ой, я не так. Так, надо вот так, чтобы выбираться. Так. Так, надо еще дверь поставить. Так, верстак. А зачем мне два верстака? Ну ладно, мне пригодится. Так, надо вот так. Кровать. Так, дом поставить. Я пример думаю, что тут. Да, ребят, я уже давно 1000 лет не выпускал Майнкрафт, но вообще это вообще было прикольно так. Ой, я не так поставил, блин. Так, надо вот этот крышевный. Так. Ребят, вот, а кстати. Вот, я уже снимаю поезда, только Белград на Умске. Потому что я на спутнике, рынок спутники, я выпускаю видео на Умска Белград, потом Салют 2. Вот вчера, посмотрите этот ролик вот этого. Там реально вам понравится. Ну а сейчас мы продолжим играть Майнкрафт. То вообще-то не может произойти такого. Так, надо кирку. Так. Стоп, у меня дверь есть? Да, есть. Капец, ребят. Надо еще факел поставить. Так. Так, ну тут где-то есть у нас факел. Я тут проходил мимо. Так. А где факел? А, вот он. А что наверху делать, я не понял. Так. О, надо жителю подсказать. Да куда ты? Он не хочет с тобой разговаривать. А, вот там я проходил, вон-то 5 факелы были. Ну ладно, сейчас мы туда пойдем. О, вот факел, кстати. Так, ну ладно. Да ё-моё. Капец, тут невозможно жить. Так. А, кстати, житель, стой. Да что тебе надо? У вас часто ходят поезда? Эй, житель, ну стой, блин! Да что тебе надо, ё-моё? У вас тут до сколько поезда электрички ходят? 14:50, а потом 16:30, а потом 16:06. Ничего себе, у вас маршруты. Капец. А это какой город еще вот там должен быть? Так, да я подумаю. Так. Это Прохоровка. Ничего себе. Это Прохоровка, ребят, ничего так. Вот это мы попали. Капец. Ребят, я что, в Прохоровке, что ли, нахожусь, я не пойму. А, я там снимался в Прохоровке, когда я вам электричку показывал. Не P2D, а при... А, P3D я вам показывал. Так, ладно. И капец так вечер пронесло, блин. Ладно. Сегодня буду прощаться. Так, ладно, надо идти. Так, вот так. Так, ладно. А с вами Трасти Города. И подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А с вами Трасти Города. И всем пока, ребята.